Игнорирование уплаты самых различных административных штрафов жителями областного центра. Именно на это обратили внимание организаторы и участники трехдневного оперативно-профилактического мероприятия «Барышкер» – полицейские и судоисполнители. На территории города с период с 27 по 29 октября текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Барышкер», направленное на взыскание неоплаченных административных штрафов. В случае неуплаты административного штрафа в установленные законные сроки постановления о наложении штрафа или предписания о необходимости его уплаты направляются государственным и частным судебным исполнителям. Последствия могут быть самые разные. Одно из них – водворение автомашин на штрафстоянку. Водворяется машина на штрафстоянку по неуплаченным штрафам, а также пополнение госдохода, оплаты алиментов. Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия в отношении неплательщиков наложено 211 штрафов. В то же время, согласно статье 8 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, у должников есть возможность оплатить административный штраф в течение 7 дней. При этом размер его уплаты будет составлять всего 50% от первоначальной суммы. Айгерим Бегенова, Иван Однорог, Медет Кайыркенов, Алмас Адвокасов, Кукши Акпарат.